выступление состоит из четырех аккордов. Первый аккорд с баре, аккорд HM. Вот мы его полностью зажимаем. Здесь основные струны — это пятая. Ну, в общем, указательным пальцем мы прижимаем все струны на втором ладу при помощи баре. То есть одним пальцем прижимаем все струны указательным. Далее у нас идет вторая струна вторым пальцем на третьем ладу. Далее у нас идет четвертая струна. Ну, я просто по пальцам. Значит, это будет четвертый лад, третий палец. И третья струна тоже на четвертом ладу мизинцем. Вот. В правой руке будут струны. Пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая. Повторяем все это два раза. То есть мы спускаемся вниз, сверху вниз. И опять. Вот здесь правило такое. Мы играем пятую струну и четвертую всегда большим пальцем. Далее у нас идет третья, вторая, первая. Это третью мы всегда играем указательным, вторую вторым. И первую всегда играем третьим пальцем правой руки. Вот такое правило я предлагаю использовать, чтобы не было путаницы. Ну и для удобства это тоже так удобнее играть для правой руки. Следующий аккорд второй. Это почти то же самое, как и первый. Единственное, мы пятую струну мы отпустим первым пальцем и перенесем первый палец на первую струну на второй лад. Эти три пальца мы оставляем на месте. То есть мы их совершенно не перемещаем, не трогаем. Они как у нас были зажаты, значит, в первом аккорде, так они остаются, переходят на второй. Получается вот такой аккорд. Значит, первая струна – это второй лад, вторая – третий, четвертая с третьей – это четвертый лад. Вот. В данном случае пятая струна у нас будет звучать открытой. В правой руке абсолютно ничего не меняется. И на протяжении всех последующих аккордов схема звукоизвлечения в правой руке, она будет оставаться точно такой же. Это пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая. И повторяем. Значит, на втором аккорде мы тоже два раза играем. Таким образом. Далее пойдет третий аккорд. Первый палец мы убираем с первой струны, перемещаем его на шестую, на третий лад. Вот. Третий палец отпускаем. На месте у нас остается второй палец и мизинец. В правой руке, естественно, как я уже говорил, все то же самое. Шестая, четвертая. А, ну да, здесь у нас поменялся бас. То есть мы за место пятой струны будем играть шестую, значит. Шестая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая. И далее то же самое. Вот, значит, этот аккорд у нас состоит из трех прижатых струн, остальные открытые. Это шестая на третьем, вторая на третьем и третья на четвертом. Поменялась, значит, у нас пятая струна, за место нее мы будем играть шестую. Внизу четвертая, третья, вторая, первая также у нас остались. Вот. Я советую вам, вот, значит, второй аккорд. Что здесь мы поменяем? Мы поменяем первый палец и третий. А второй с мизинцем оставляем на месте. Первый перенесли на шестую струну, на третий лад. Третий просто отпустили. Все. Эти два пальца у нас остались зажатыми. Далее четвертый аккорд. Перемещаем палец по шестой струне на второй лад. Шестая на втором. Далее третья на третьем. И четвертый на четвертом. В правой руке шестая опять, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая. И повторяем все заново. Заново.